Приветствуем всех! Принцесса спасена из заключения, но осталось еще добраться до космического корабля, чтобы сбежать со станции. Ну что ж, еще раз приходится перепроходить. Ну, не совсем переходить. Так, и надо все сломать, что можно. На всякий случай взять маскировку. Так, вроде бы все. И вот здесь, в двух шагах от начала, мне будут застрять на полчаса примерно. Ну, чуть поменьше, конечно, но этого хватило. И вот то самое устройство, из-за которого возникла столь неприятная для меня ситуация. Просто так получилось, что в момент первого подведения она встала неровно. Даже вот чуть менее неровно, чем вот до этого была. И она не присоединилась к вот этому вот вертелу. Как результат, уйму сил потратил на то, чтобы понять, как же идти дальше. Так, вроде все собрали. Чуть не упал.
А, ясно. Тут кое-что проверим. Вдруг сюда можно проехать на этой машинке? Нет, нельзя. Самое забавное, когда платформа находилась ниже, он вполне себе на ноги приземлялся. Замечательно. Странно, конечно, они посчитали нас врагами. Учитывая, что мы все еще с маскировкой. Вот теперь мы без маскировки.
Так, напарнички хоть помогли, что ли? Хорошо пошел. Прекрасно. А, оказывается, можно было закрыть. Ладно, моя вина. Сколько-нибудь ловкое перемещение мне здесь не светит. Значит, нам все-таки туда.
Почти. А если напарник чуть помогали, мы бы точно одолели всех. Так, остался выяснить, куда теперь двигаться. Вы что, в обход пошли? Которого мне не удивилось заметить. Ледяная. Машинки под рукой нет. У нас его строит. Ну, точнее, пара дроидов. Кстати, машинка. Thank you.
А, тьфу ты, е-мое. Там же поток воздуха. Попни тут дроть. Давай ты спрыгнешь. На этом пока что все.